Claquettes. Значит, вот ботинки для степа. Avec deux plaques de métal vissées. С двумя металлическими вот. Vissées à la chaussure. Клейками, да, которые привинчиваются к подошве. Звук кликов для них родной язык. Братья Дорель и Костель двигаются как один. Они чемпионы мира по степу, отбивают чечетку с 7 лет. Мы дважды танцевали на Бродвее в 2004 и в 2006 году. Для нас это была отличная возможность поучиться мастерству у признанных мэтров. И теперь мы туда ездим, чтобы совершенствовать свою технику. Вот эти микрофоны настроены особым образом. Они будут ловить не звук голоса, а звук, издаваемый каблуками танцоров. Кстати, они расположены по всему периметру сцены. В группу «Клик-клак-клок» братьев Сюрбек пригласил швейцарец Лоран Бартолотти. Их выступление построено на споре степа с джазом, а потом и самих чечеточников, лиричного Лорана и отвязных братьев. История любви степа и джаза длится уже давно, и давно они развиваются вместе. Когда я был в Америке, то там открыл для себя, как выразительно танец может передавать джаз. Спор джаза и степа закончился в ничью, а вот чтобы оставаться лучшими среди чечеточников, приходится тренироваться каждый день, как в спорте. Ритм степа тюменцев гипнотизировал. В антракте некоторые даже пытались повторить чечеточные клики. Мне понравилось, как они там вместе танцевали. Ну, так топали ногами. Братья Сюрбек импровизируют на всех концертах. В Тюмени, например, они показали, как можно танцевать степ и играть джаз с помощью обычных кулеров. Яна Паустовская, Андрей Харькин для Сибинформбюро.